Привет-привет! Мы продолжаем наше путешествие по Торонто. Вот пришли в очень красивое место. Это недалеко от Берца парка. Вот такая красивая церковь. Что это? Сент-Джеймс Кэтедрал Центр. Сейчас мы поближе подойдем и посмотрим поближе. Вот это как вспомогательное здание, наверное. А вот основное, очень красивое, чисто готическом стиле сделано. Вон аж куда шпиль идет, часы со всех сторон. Ну, здесь такой садик перед церковью. Вот порталы, один портал. Вот главный портал. А, туда можно зайти, сейчас посмотрим. Сейчас наглядимся извне. Ух, красиво как сделано. Сейчас зайдем вовнутрь. Ух ты, здесь два изображения лица. Вот главный портал. Одно лицо мужское, другое женское. Вот мужское лицо. А вот женское лицо. Это как сделано. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Вот орган есть, мы видим, вот орган.
Да, вот так. Такая вот красивая церковь. Вот еще эти сооружения. Да, жалко, дождик пошел. Что-то поделать. Вот еще раз извне посмотрим. Вот еще один портал. Вот здесь будет концерт. А вот здесь на портале двое мужчин. Один с усами, другой без усов. Да, вот так вот. А, вот здесь написано, это Сент-Джеймс Cathedral Church. Вот так, официальная табличка. Да, ну сейчас пойдем к Гудерхэму, дому Гудерхэма. Пока что пока-пока.